Система распознавания лиц поможет нам внедрить систему прохода в метро. Что это означает? Вы на своем телефончике находите специальное приложение, фотографируете себя и посылаете. И ваше личико теперь будет зафиксировано в информационной транспортной системе, и когда вы проходите в метрополитене, вас видеокамера фиксирует и говорит: «Окей, это вы, это Ваня Иванов, проходи». У вас списывают со счета, с вашей электронной карты, тройки или с банковской карты, или со счета, как вы хотите. Сегодня работает на трех станциях метрополитена. Мы думали, что никто не будет записывать, но кому хочется фотографироваться, да какую-то систему заводить свои данные, да еще банковские счеты, с ума сойти. 15 тысяч за несколько недель записались. С 15 сентября мы и удвоим количество станций. С 15 октября сделаем по всем станциям метрополитена Москвы. Так что фотографируйтесь, проходите. Мы вас любим, мы вас узнаем.